Okay, good morning. We are going to start our main session on digital trade. Доброе утро. Мы начнем сейчас с нашим заседанием, нашей сессии по цифровой торговле или электронной торговле. Доброе утро. Я член группы стейкхолдеров IGF и работаю, кроме того, для японского компании. Теперь речь идет об электронной торговле и речь идет о поддержке свободного потока информации и о вопросе доверия. Как мы написали на нашем веб-сайте IGF, речь идет о плодотворном диалоге и о поддержке свободного потока информации, трансграничной информации, но одновременно, конечно, и о защите данных, о защите интеллектуальной собственности, о безопасности и защите личной сферы. Мы хотели бы и геополитические именно напряжения также здесь учитывать, которым цифровая экономика тоже занимается. Цифровая экономика очень сильно развилась с помощью ИКТ, блокчейн-технологий, технологии Big Data или больших данных и других технологий. Экономика, конечно, была важным двигателем для развития этой сферы и в развивающихся странах, и в промышленных странах. На глобальном уровне цифровая экономика зависит от интернета, а интернет, конечно, это глобальная вещь. Электронная экономика, цифровая экономика очень влияет на торговлю, были очень многие дискуссии о торговле, и эти все дебаты, споры увеличиваются. Это касается особенно вопроса данных, и многие государства сейчас думают о том, какие правила, какие меры необходимы для того, чтобы поддержать даже этот сектор использования данных, и чтобы защищать одновременно данные. И надо обеспечить, чтобы обеспечить свободный поток данных, трансграничный, но надо и справиться с вызовами, например, защиту приватной, частной сферы, интеллектуальной собственности, авторских прав, цифровой безопасности, и надо разные экономические деятельности учитывать, и, конечно, потребность, специальные потребности малого и среднего бизнеса. Есть разные меры регулирования, которые можно предпринимать, есть правовые обязующие инструменты, но и так называемые soft tools, то есть мягкие инструменты, так сказать, добровольные, в которых могут включиться разные стейкхолдеры. Многие страны имеют законодательные, обязательные правила, но это с этим связаны определенные трудности, что касается потока данных и содействия этому сектору. Таким образом, это может привести к фрагментизации, раздроблению этого сектора во всем мире. И самым главным, чтобы все игроки участвовали бы в этом. И были разные переговоры, которые были проведены и на многостороннем уровне, и в рамках разных международных торговых организаций. How to achieve the optimal international harmonization? Автоматизация была такой же важной темой. А также и гармонизация. Нам нужно найти оптимальный путь с тем, чтобы ввести новые правила гармонизации.
Мы очень рады участвовать в этом форуме и высокопоставленными представителями, выступателями этого форума. Мы будем докладывать о результатах этого форума и будем, естественно, продолжать работать на основании этих разработанных результатов. Будем рады обсудить этот и другие вопросы с участниками и выступающими. Перед заключением хотели бы попросить всех выступающих еще сказать пару заключительных слов. Мы знаем, что это также будет упомянуто в докладе Большой двадцатки. Я очень рад и очень горд, что эта сессия проходит здесь, и я надеюсь, что вы все будете ей наслаждаться, что вы будете извлекать пользу из выступлений наших участников, как из тех выступающих на сцене, так и тех, которые сидят у нас в публике. Пол, пожалуйста, слово вам. Большое спасибо, Кенту, за ваши вступительные слова и за то, что вы начали это наше заседание. Я очень рад, что мы сегодня говорим о теме доверия и о перенесении данных через трансграничном пересечении данных. Меня зовут Пол Феннингер, и, как Кент уже упомянул, как же обобщить интернет, мультинациональный интернет и национальное законодательство. Для меня очень, я лично очень тронут говорить о этих трансграничных данных здесь, в Берлине, в городе, в котором я родился. И я бы с удовольствием также поговорил об эффекте влияния границ на нас, как людей, на наше сообщество. Конечно, за несколько лет эта тема стала самой главной в у политиков по всему миру. Мы здесь имеем многих участников, Ючи Ида, которая представляет Большую двадцатку по вопросам цифровизации, а также директор процесса Большой двадцатки в Японии, Савато Ко из французского Conseil Numérique, то есть цифрового комитета, госпожу Лидия Ступития, заместителя генерального директора из Польши, госпожу Иду Тату, которая занимается торговлей инвестициями в ВТО, и госпожа Лиза Кода, которая является юристом при Институте по вопросам интернета Бразилии, госпожа Час Дали из Совета компьютера, по вопросам компьютера и промышленности, Лагамба, генеральный директор ISAC в Латинской Америке и Карибике, и в заключении Билл Дрейк, который преподает в университете города Цюрих. Как Кето уже упомянул, мы бы теперь хотели изначально поговорить о развитиях Большой двадцатки и Большой семерки, которые произошли в этом году, перед тем, как мы перейдем к этому подходу, многостороннему подходу. Прошу вас, вам слово. Доброе утро. Большое спасибо, господин Фаллингер, уважаемые выступающие, дамы и господа. Я очень рад и удостоен большой чести выступать сегодня здесь перед вами и предоставить вам короткий обзор о результатах
встреча большой двадцатки этого года по, вернее, комитета большой двадцатки по вопросам цифровизации. Японское правительство в этом году приняло президентство большой двадцатки, и мы провели заседание министров по вопросам цифровизации вместе с министрами торговли. В течение этого заседания мы говорили о совместных вызовах в области торговля и цифровая торговля, цифровая экономика. И сегодня я хотела бы поговорить о потоках данных. Вы видите здесь, в моем списке, который вы видите на экране, имена участников и участников этого заседания. Там присутствовали министры торговли и министры по вопросам цифровизации, поэтому их так много на этой фотографии. Но я бы сказала, что половина участвующих было все-таки были министрами торговли. Эти заседания были действительно очень продуктивными и прошли в июне месяце. И после этого, результаты нашего заседания, мы предоставили директору Большой Двадцатки в конце того же месяца. О чем же мы говорили? Мы думали о том, в каком направлении мы будем дальше работать. И мы поняли, что сначала мы, конечно, будем фокусироваться на положительных аспектах цифровизации. И мы об этом часто говорим в Большой Двадцатке, но и, конечно, при других мероприятиях повсюду. Естественно, это очень важные политические приоритеты для наших стран отдельно, и очень часто мы говорим об обществе 5.0. Вот это понятие 5.0 состоит в том, что мы построим общество, где человек стоит в центре, и цифровизация, цифровые технологии должны использоваться для добра, не только для экономического роста, но и вообще для развития всего общества. И этот концепт, это понятие, конечно, ведет нашу повестку дня, и все этому подстроено, все, что стоит на этой повестке дня. Поток данных стоит на самом верху нашей повестки дня, потому что мы считаем, что этот поток данных действительно является основополагающим для дальнейшего развития наших технологий. За последние пару лет в правительственных форумах или же мероприятиях, как, например, на мероприятиях Большой Двадцатки, мы говорили о преимуществах и отрицательных сторонах этой волны цифровизации. В частности, то, что касается трансграничного потока данных, который все больше увеличивается. Мы ясно совершенно сказали, что мы будем поддерживать свободный поток данных через границы, но мы все-таки хотим защищать также и наши политические цели и будем их уважать. Может, это не совсем точно то, что я, как мы это выразили, но во всяком случае мы будем поддерживать свободный поток данных. В то же время мы не забываем, насколько важны политические цели отдельных стран. Нам, конечно, совершенно ясно, насколько важно сохранять поток, сохранять данные и защищать данные и соблюдать политику по защите данных. Это мы полностью поддерживаем. Но в течение наших переговоров мы вдруг задали себе вопрос, почему же мы так сильно концентрируемся на поддержку политических целей национальных государств. Почему предприятия должны же быть такими
так осторожными, когда они переходят границы, и почему пользователи должны быть настолько осторожными, или же почему они вообще должны так страшно бояться передавать данные или вообще что-то публиковать. И нам стало ясно, что нам надо больше доверия. Это все происходит от того, что стейкхолдеры друг другу не доверяют. И даже по отношению к цифровой экономике существует недоверие или какому-либо потоку данных. И мы подумали, как же создать доверие с тем, чтобы поддержать вот этот свободный поток данных, свободный поток информации. Мы будем поддерживать этот поток данных с тем, чтобы также поддерживать социальное и экономическое развитие. Но чтобы это было возможно, нам изначально надо усилить доверие друг к другу. Это нам стало ясно. И после того, как мы переговорили в большой двадцатке, то, что вы видите здесь на слайдах, это было нами выработано после наших заседаний. Мы сказали, что, конечно, вызовы продолжают существовать в области защиты данных и защиты авторских прав. Тем не менее, мы хотим продолжать поддерживать поток свободный поток данных и права потребителей. Целью наших переговоров было в первую очередь понять, как вообще можно усилить поток данных. И для этого, конечно, изначально нам надо усилить наше доверие друг к другу. К сожалению, нам не удалось достичь каких-либо конкретных результатов или какого-то конкретного согласия даже. Ну вот это последнее предложение в красным цветом, которое вы здесь видели, маркировано, это наше добавление, то есть мы будем добавлять и составлять рамочные условия. И нам, конечно, ясно, что разные страны имеют разные рамочные условия, другие законы, конечно, и совершенно разные формы защиты данных. И с тем, чтобы поддерживать трансграничный поток данных, нам надо поддержать вот это вот соотношение разных рамочных условий отдельных стран. Здесь вы видите также короткий абзац, в котором мы показываем, что данные играют важную роль при развитии. Это, конечно, тоже немаловажно, но я не буду это теперь детально объяснять. Вот это вот согласие мы потом передали нашим главам государств, и они согласились и поддержали именно вот эти вот формулировки. Главы государств потом вели дискуссии о том, как можно продолжать эти наши переговоры и дискуссии о трансграничном цифровом потоке данных. А во второй части заседания министров, министры торговли, конечно, говорили очень много о и торговле, то есть о торговле онлайн. Для них, конечно, это очень важно, и им стало ясно, что им просто необходимо поддерживать поток данных через границы и через государство, потому что это совершенно необходимо для e-commerce. И премьер-министр Абе будет предложен проект наших прений, и я знаю, что
Политики государств и главы государств встретились еще в преддверии Большой двадцатки и согласились на так называемом пути Осака. А суть состоит в том, что мы будем поддерживать международные дискуссии для поддержки потока данных. Это, мы считаем, будет тоже очень большой помощью для наших переговоров и, в общем, для дискуссий о торговле онлайн, e-commerce в ВТО. Еще пару слов о пути Осака. Цель, как я уже упомянул, содержится в расширении, углублении наших дискуссий о потоке данных. И мы считаем, что это нам очень поможет при поддержке переговоров по теме e-commerce в рамках ВТО. Другими словами, эта тема, конечно, очень многогранна. И помогает нам подумать над потоком, над политикой потоков данных и защите данных на этом уровне. Очень важно, конечно, чтобы эти дискуссии велись в таком многостороннем формате со всеми стейкхолдерами. В этом и состоят некоторые вызовы, перед которыми мы сегодня находимся. А здесь на слайде вы видите то, о чем мы говорили. Мне, конечно, понятно, что ведется множество дискуссий, которые похожи на это, на нашу дискуссию здесь сегодня во время этого IGF. Мы надеемся, конечно, что вы продолжите работать над этими темами во время следующих IGF, последующих лет. Большое спасибо. Если я передаю слово назад человеку. Модератору хотел бы предоставить слово госпоже Саватоку, которая будет рассказывать о том, что говорилось в рамках Большой Семерки. Доброе утро, дамы и господа. Большое спасибо за то, что вы меня сегодня сюда пригласили и предоставляете мне слово. Мы очень рады во Франции, что у нас есть эта возможность, и что нам была предоставлена возможность завершить наше прения в рамках Большой Семерки. Что бы я хотела с вами сегодня поделить? Это то, что наше видение во французском совете по вопросам цифровизации, как она выглядит и как, где мы сегодня находимся и каким, в каком состоянии мы теперь вступаем в эту эру цифровизации. Сначала хотела бы вкратце представить наш совет по вопросам цифровизации. Мало кто о нас знает, нам это понятно, но мы являемся консультативным советом и совершенно независимая организация. Мы консультируем французское правительство и в основном предоставляем политические рекомендации. Мы играем очень важную роль при преодолении этих пробелов, которые существуют между технологией и обществом. Мы убеждены в том, что нельзя отключать граждан от всех технологических процессов. Потребители, стейкхолдеры играют такую же важную роль, даже если не намного более важную роль, чем экономика и представители экономики, которые тут затронуты. Площадки нельзя просто так предоставлять будущему интернету. Для этого слишком, здесь речь идет о слишком важных делах. Больше чем
другие области. Я думаю, нам надо решать и принимать решения о цифровизации совместно и в многостороннем формате со всеми стейкхолдерами. Прошлым летом мы собирались в рамках большой семерки по вопросам цифровизации. Я не могу достаточно подчеркнуть, насколько важны дискуссии на таком уровне, как на уровне большой семерки. Там, где правительство и решающие, принимающие решения должны стоять в диалоге с гражданским обществом. Президентство Большой Семерки действительно подключило участвующих из всех экосистем. Я считаю, что это очень интересный подход, но для меня это только первый этап, который надо повторить и даже дальше развить при всех политических инстанциях. Мультилатерализм и многосторонность под угрозой почти при всех отношениях. Интернет – это во всех областях, и, конечно, интернет не является исключением. Мы все несем ответственность за многосторонний диалог, особенно что касается интернета. Интернет, который на протяжении многих лет представлял собой такого образа утопию этой всемирной всемирного знания. Мы можем строить интернет-технологии не только ради технологий самих, но с тем, чтобы благодаря этим технологиям достигать цели развития нашего тысячелетия и поставить их в службу и на службу человечеству. Face recognition, то есть распознание черт лица, будь то в частных, будь то в общественных местах, конечно, влечет за собой очень важные вопросы и проблематичные вопросы. Это, конечно, очень важная технология, очень часто дискриминирует женщин или даже людей с темной кожей. Ну и представьте себе, как это так, если вы и то, и другое, и, то есть темнокожая женщина. И очень часто эта тема обсуждается между правительствами и площадками, а гражданское сообщество, пользователи и граждане почти всегда исключаются, но, однако, их это непременно касается, поэтому нам так необходимо, страшно необходим эта многосторонность и диалог. И по этой причине некоторые страны Большой Семерки приняли хартию во имя свободного, бесплатного и открытого интернета. Это открывает интернет и приводит, конечно, к тому, что очень специфические проблемы создаются, будь то риторика ненависти, неправильная информация и недостаток защиты данных. Мы, например, договорились, что нелегальный контент онлайн будет убираться, но это также иногда противоречит и стоит в противоречии со свободой СМИ или свободой мнения. Мы говорим о том, что мы должны поддерживать и защищать права человека. Но что же это значит? Во-первых, права человека могут показаться вам старым таким концептом, старым понятием и непрактичным совершенно в эре цифровизации. Но это совершенно не так. Мы должны бороться за права человека. Права человека – это значит, что мы будем гарантировать свободу мнения и бороться против цензуры. Право на доступ к информации, право на нейтральность интернета, право на то, что вас можно забыть – это все права, которые мы должны применять также и в области интернета. Во-вторых, мы должны разработать новый такой пакет цифровых прав. Это не новое
мысль, и новая идея. Мы как раз концентрируемся на тех правах, которые я только что перечислила. Что нам теперь требуется, это поддержка наших граждан, которые соответствуют цифровому обществу, которое у нас теперь есть. Как же мы можем это сделать? Как же мы можем гарантировать равноправие там, где многие категории людей дискриминируют? Как можно сделать так, чтобы технологии обращались со всеми гражданами одинаково? Как можно сделать так, чтобы каждый аспект равноправия соответствовал алгоритмам технологии? Нам нужно право на цифровую инклюзию. И, конечно, никто не должен быть отключен и оставлен без цифровизации. Они тоже должны быть учтены, они тоже должны быть частью этого процесса. Мы должны больше и больше работать с тем, чтобы убрать пробелы и неравноправие между мужчинами и женщинами в этой промышленности. Иначе в чем же смысл, когда мы создаем такие технологии в первую очередь? Но как можно продвинуть и обеспечить право на информацию, когда принятие решений обычно происходит в таких черных коробках полностью в темноте, без того, что кто-либо к этому имеет доступ? Нам необходимо превратить эту идею в право и гарантировать прозрачность, и объяснять все. А прозрачность реально значит, что мы людям предоставляем информацию о решениях, о алгоритмах и данных. Если дискриминация происходит против меня со стороны машины, если же меня не узнали и сказали, что я террористка, и это произошло путем face recognition, как же я могу доказать, что машина ошиблась, что это неправда? В цифровом обществе право на прозрачность и на доступ значит то же, что доступ должен предоставиться всем. В конце у демократических систем социальные площадки сегодня принимают решения об этических правах. Это, конечно, влияет на то, как наши демократические инстанции работают. Но большая разница состоит в том, что почти нет никакой гарантии, что эти площадки можно будет привести к ответственности, если вдруг они ошибутся. В демократической системе ошибки обычно, хотя бы теоретически наказываются при следующих выборах. Но что же мы должны создать с тем, чтобы гарантировать, что эти площадки, которые имеют такое большое влияние на наше общество, на нашу жизнь, можно было бы привести к ответственности? Есть три основных права: равность, равноправие, прозрачность и ответственность, отчетность, если вы хотите. И эти три права должны сотрудничать и содействовать. Нет смысла в равноправии, если тех, которые принимают решения, нельзя привести к ответственности. И нет смысла в прозрачности, если нет отчетности. Есть нет смысла в отчетности, если у вас нет двух предыдущих условий. Если обеспечить эти три права, тогда нам удастся создать доверие для всех в цифровой эре. Спасибо. Thank you. Большое спасибо за ваше выступление.
50 лет после создания интернета мы встречаемся здесь и устанавливаем, что существует все больше законов и правил, которые влияют на поток данных и на доверие. И развитие происходит очень быстрыми темпами, и во многих государствах было очень мало реакции на эти вызовы. Мы уже слышали об этих вызовах, с которыми мы сталкиваемся со стороны группы 20, со стороны группы 7 в области. У нас был также разработан соответствующий отчет, и хотел бы представить вам некоторые цифры, статистические цифры. У нас 150 важных стейкхолдеров, мы опросили различные государства, это международные организации и другие организации. 79% из них считают, что международная кооперация осуществляется слишком слабо с тем, чтобы решить правовые вопросы в этой сфере. И 90% сказали, что в течение следующих лет эти проблемы будут усложняться. Было четко сказано, и об этом мы сегодня уже слышали, что частная сфера, доступ к данным, злоупотребление в анонимном режиме данными, что все эти проблемы связаны друг с другом, и инициативы, будь то частная инициатива, государственная инициатива и так далее, как, например, и торговые соглашения, также влияют друг на друга, и таким образом цифровая экономика, цифровой контекст невозможно обсуждать в отдельности, а надо смотреть именно в общем, как национальные законы влияют на интернет и на, например, уголовное преследование в интернете. Мы уже слышали, насколько важным является то, чтобы в рамках группы 20 министров занимались вопросами межоперабельности. Мы слышали от группы 7, что там проводится диалог по открытому, свободному и безопасному интернету. Если политика координации является такой важной для содействия трансграничного потока данных, и если вопрос доверия между правительствами, неправительственными организациями, предприятиями является таким важным, то в этом случае мы должны свести все инициативы, которые существуют на всем мире. Какие развития вы видите здесь, и какой консенсус здесь имеет место, и где здесь есть различия на этом месте? Я хотел бы обратиться к Тельману Копфа. Вы работаете в более 180 государствах с мира. Там, конечно, в каждой стране свой правопорядок. Как вы оцениваете данную тематику? Большое спасибо, Пау. Доброе утро. Я хотел бы обратиться к вопросу потока данных и доверия, а именно исходя из двух пунктов, почему это очень важно для нас, как компании БТ, и почему это очень важно в связи в контексте торговли. Об этом расскажу также и расскажу об этом, связывая это с договорами ВТО. Мы являемся предприятием, которое работает с предприятиями из 180 государств, и мы находимся в списке ФЦ 100, и в Германии мы также являемся компанией, которая находится в индексе DAX. Мы работаем в области автомобильного сектора, финансового сектора, фармапромышленности, транспорта, логистики. Также мы работаем на Европейский Союз. И у нас растет, конечно, число клиентов из стран с переходящей экономики. Мы, конечно, принимаем участие в различных сетях, являемся одним из самых крупных передвижников данных, и мы являемся одной из крупных логистических компаний для данных, потому что без четкого или без возможности передвигать в свободном порядке данные, тогда вот эти цепочки повышения добавленной стоимости с нашими клиентами не функционировали бы. Наши услуги, в принципе, присутствует в любой сфере вот экономики, это в горном деле, в сырье, логистике, маркетинга, техобслуживания, услуг ИКТ. Везде требуются в этих сферах соответствующие данные. И поэтому наша предпринимательская деятельность очень тесно связана с тематикой данных, потому что наши предприятия хотят
пользоваться своим информацией, писать свою информацию в доверительной, так сказать, надежной оболочке, в одном основе. Конечно, наши данные используются в основном для экономики, все представляется в усиленном порядке в цифровом виде, и ограничение данных путем локализации данных или создания преград для свободного обмена данными являются проблемой для современной экономики. Отчет 2017 года по информационной экономике показал, что где-то 25 триллионов долларов за 25 триллионов долларов продаются различные цифровые продукции. Это очень важно, потому что здесь речь идет о облачных действиях, об интернете вещей, коммуникации между машинами, печатание в трехмерном измерении. А также из-за подключенности, например, в том числе и автомобилей, и автоматов, и объем данных будет развиваться бешеными темпами. И если все это внести в контекст переговоров в рамках ВТО, то мы устанавливаем, что самая реальная проблема, которая обсуждается здесь экстремально по-разному, это относится именно к личным данным. И там, с нашей точки зрения, является очень важным, чтобы данные, эти личные данные были защищены, чтобы они были передавались только лишь в защищенной форме. И поэтому мы поддерживаем соответствующие постановления Европейского Союза, а именно общий регламент по защите данных. Этот общий регламент по защите данных представляет некоторые возможности для того, как можно надежно транспортировать эти данные. Это часть этого положения. Но проблема состоит в том, что Европейский Союз на все это смотрит с перспективы европейских данных, данных европейских предприятий, которые транслируются за границу. Но для предприятий за пределами ЕС интересным является именно путь наоборот. И здесь мы должны этот вопрос решать. Здесь этот вопрос решить также и торговли в рамках ВТО. Я думаю, очень важно, чтобы мы этим занимались. Большое спасибо. Я знаю, что данные передаются во всем мире, все работает в цифровом виде. Я считаю, что объемы данных во всем мире будут расти, а именно данные, которые не относятся к персональным данным. В том числе данные, например, из системы интернета вещей. Хотел бы представить тебе слово представителю польского правительства. Пожалуйста, поделитесь вашим мнением, вашей оценкой данной тенденции. Спасибо за вопрос. В Европе мы видим, что экономика данных в Европе, что касается ее значения, растет. Комиссия ценность цифровой экономики до 2020 года оценивают в 700 миллиардов. И это нам показывает, насколько цифровая экономика становится все более важной для роста и для общества. И поэтому здесь следует осуществлять соответствующую политику. Что там является вызовом? Вызовом являются три элемента. Во-первых, многосторонний подход мультистейкхолдеров. Мы считаем, что регулирование законодательства должно соответствовать различным интересам различных заинтересованных сторон. Мы уже сказали, что у нас 150 стейкхолдеров, таких заинтересованных сторон, и этот процесс, чтобы учесть мнение их всех, является уже крупным вызовом и проблемой для нас. Вторым важным компонентом является скорость развития новых технологий. Потому что развитие обычно осуществляется быстрее, чем законодательный процесс. Да, вы правы, что существует глобальное разделение, деление данными, знаниями и так далее. Конечно, важно обмениваться данными между всеми регионами мира. Это, конечно, очень важно. И третий элемент, который я хотел бы назвать, это
Вопрос глубокого понимания совместной деятельности между или совместных отношений между правилами и законами, с одной стороны, и соответствующей коммуникации и более четкого понимания о том, как различные стейкхолдерские группы осуществляют свою коммуникацию. Пример. В Европе много говорят о том, как законы по свободному потоку данных, а именно непперсональных данных, как они связаны с общим регламентом по защите данных. И здесь очень важно очень четко коммуницировать здесь, потому что здесь особенно важны малые и средние предприятия, которые являются двигателем развития, но у них возможности, конечно, меньше, чем у глобальных предприятий. Поэтому мы должны в большей мере учитывать. Вы еще раз подчеркнули, насколько важным является такая взаимозависимость, такая когерентность при развитии новых технологий. И также наш взгляд на экономику данных будет изменяться. Мы, конечно, также должны смотреть на более мелких участников рынка, у которых нет возможности справиться со всеми, конструктивно справиться со всеми различными правовыми системами и рынками. Как выглядит ситуация с актуальными тенденциями, как она оценивается в ВТО? Вы знаете, в ВТО есть определенная есть свой подход к данности. Мы, как отличие от пользуемся механизмом, как и другие международные организации, с помощью переговоров мы стараемся достичь когерентности. Это, конечно, трудно, но если мы здесь достигаем какого-либо компромисса, тогда это является очень хорошим компромиссом. Целый ряд государств-членов ВТО сотрудничает вместе с тем, чтобы разрабатывать принципы онлайновой торговли. Идет ли там, например, если речь там идет о таможне, о таможенном оформлении, о кибербезопасности, о всех этих моментах, что чему больше всего уделяется внимание, это здесь тоже является очень спорным пунктом, это пункт торговых принципов по потоком данных. И речь идет, во-первых, о свободном потоке данных, трансграничном свободном потоке данных, и затем речь идет о принципе, что существуют определенные ограничения, могут быть определенные ограничения, что данные должны быть обработаны в локальном порядке, и это является нежелательным. Я думаю, это хорошая исходная позиция. Если ВТО разрабатывает принципы, то она не говорит правительствам, как эти принципы должны быть реализованы, потому что это уже дело правительств. Будут ли у них уже новые законы или есть у них уже какие-либо законы, которые регулируют эту сферу. Это значит, у нас здесь есть такие мультидисциплинарные процессы, трансведомственные, надведомственные процессы. И здесь мы можем, ну, скажем, друг другу помогать, даже если ВТО требует определенные или определяет определенные принципы. Если мы успешно работаем с этими принципами, то они становятся комплементарными к существующим принципам, что у правительства есть довольно много гибкости для достижения соответствующих целей, как, например, предотвращение преступлений в онлайновом режиме, защита от частной жизни в онлайновом режиме. Это не связано с торговлей, но также, например, такие вопросы, как охрана окружающей страны, они тоже являются важными. В дискуссии всегда следует данные моменты учитывать. Интересным и, может быть, для некоторых удивительным является, и так мне это показалось в некоторых сессиях, в которых я принимал участие, мы не всегда согласны, в каком направлении мы хотели бы дальше продвигаться в сфере этих принципов. Здесь существуют различные мнения, даже
на западном мире, но также между Западом и Востоком, а также между государствами глобального юга. Даже регионы не согласны полностью, что касается вот тех или иных вопросов, но я думаю, что мы согласны в том, что потоки данных – это очень важная тема. Иногда здесь речь идет только лишь о таких тривиальных, незначительных развлечениях. Говорим ли мы здесь о свободном потоке данных или о свободном потоке информации? Это не является также решающим вопросом. Но есть более важные вопросы. Например, стремимся ли мы к свободному потоку данных с тем, чтобы защищать наши рынки? Я думаю, что тенденции не обязательно являются положительными, которые мы здесь видим. Процесс, в котором мы находимся, очень часто нас очень утомляет. И в 1980-90 году мы впервые разработали или приняли мораторий на сборы за электронные товары, за электронные товары. И люди не знали, в каком направлении будет развиваться интернет-торговля. И для некоторых идея, скажем, отказаться от торговли была, может быть, более привлекательней. А теперь мы видим, что интернет развивается дальше, и торговля в интернете тоже. И сейчас возникает такое чувство паники, что они потеряли, скажем, контроль. Они думают, что сейчас же следует что-то сделать. Есть определенная необходимость в действиях, которые раньше некоторые стороны не воспринимали. Какие здесь имеют место сложности? Во-первых, это различия, различные мнения, различные позиции. Но также и сложности в определении основных принципов. Это очень жесткая, сложная работа, тяжелая работа, потому что мы должны включить различных стейкхолдеров, различные стороны, и у нас нет здесь наилучшей практики в отношении такой деятельности. Я думаю, что общий регламент по защите данных ЕС является очень хорошим стремлением, очень интересным стремлением, но и этот регламент невозможно перенести в другие места, в другие контексты. Мы здесь не уверены в этом. Мы должны сначала проверить, будет ли это функционировать в Европейском Союзе вообще. Но это только лишь один пример тому, где правительства приняли правила по регулированию онлайновой торговли. Сейчас у нас есть возможность собрать соответствующий материал данных, который мы пока еще не располагаем. И ВТО должна сначала заниматься собранием таких данных, потому что ВТО не отвечает за кибербезопасность и безопасность личной сферы, и также не отвечает за вопросы защиты прав потребителей. Мы находимся в ситуации, где у нас только лишь существуют механизмы сотрудничества. Я думаю, G7, G20, ASEAN осуществляет хорошую работу, и это тоже является прекрасными механизмами сотрудничества. Но там часто работа осуществляется, скажем, в деталях, и нет сотрудничества, скажем, на более высоком уровне, выходя за пределы отдельных ведомств и структур. Да, большое спасибо за данную информацию, за обновление этой информации. Вы знаете, что теперь в данное время возникает вдруг чувство срочности, а с другой стороны требуются принципы, которые следует разработать. Но, как говорится, дьявол заложен в деталях. Вы также и подчеркнули, что мы здесь ведем дискуссию о торговле, но что этим затрагивается так много других сфер и наоборот, то это, конечно, следует сначала организовать на других уровнях, в том числе на организационном уровне, потому что тематика очень комплексная. Лиза, вы являетесь руководителем референтного института интернет-сообщества. Как вы оцениваете данную тематику? Большое спасибо. Пауль, я очень рада
вести дискуссию с вами. Мы здесь говорим о комплексных таких темах, как мы уже могли установить. И, конечно, существуют различные подходы, различные возможные решения наших проблем. В Бразилии, и я могу выступать за свой регион, ситуация такова, что у нас нету многообразности, в том числе и диалогов в отношении следующих шагов нашего направления в правильную сторону. Мы согласны в том, что мы являемся здесь глобальным сообществом и должны достичь прогресса, найти глобальные решения, в том числе и в области отправления правосудия, также именно по вопросам, касающимся продукции ИКТ и цифровых услуг. Но как мы обеспечим, чтобы все стейкхолдеры принимали участие в этом процессе? Одна из самых крупных забот, с которой мы сталкиваемся, когда мы говорим о пропастях, которые разделяют нас, это то, что часто не все стейкхолдеры, так сказать, находятся физически в помещении, не преследуют одинаковые цели, не имеют тот же самый фон для ведения дискуссии, фоновую информацию не располагают в полном объеме. Это значит, нам требуется исходная ситуация для осуществления следующих шагов. Этим может быть более транспарентный, более прозрачный подход, более многосторонний такой подход, потому что часто имеют место инициативы, которые вполне являются интересными, которые начинают обсуждать важные темы, как охрана защитных, охрана персональных данных, data flow, или вопросы авторского права. Эти темы являются глобальными темами, но не обязательно требуются глобальные дебаты для того, чтобы реально на местах осуществить те или иные правила. Мы всегда здесь сталкиваемся со стенами, и мы должны разрушить эти стены, которые мешают нам в наших переговорах. И мы должны осуществить глобальную такую координацию. И в этом случае необходимо привлечь к участию всех стейкхолдеров, все заинтересованные стороны, все заинтересованные государства, не только лишь по одной стране, по одному стейкхолдеру из определенного региона. Это должно быть сделано в рамках инклюзивного процесса, потому что это создает именно для нас правильные формы для сотрудничества в будущем. Спасибо, что вы затронули этот важный пункт. Хотел бы еще обобщить эту информацию. Мы знаем, что нам кое-что следует сделать, но мы не знаем, как. И дискуссия, конечно, должна быть инклюзивной. Но как мы можем каждое мероприятие во всем мире обсуждать именно со всеми заинтересованными сторонами? Как это вообще технически было бы возможно? Рэйчел, вы отвечаете за политику CCAA, и ваши члены являются самыми крупными предприятиями, технологическими предприятиями в мире. Какие у вас есть здесь перспективы? Большое спасибо за приглашение. Для меня большая честь принимать участие здесь. CCIA является международным союзом предпринимателей по онлайновой торговле, провайдеров и производителей услуг. И все они экспортируют товары и услуги по всему миру. И, конечно, они очень заинтересованы в развитии правил по онлайновой торговле и по потоку данных. Речь идет о различных секторах деятельности, как, например, малых и средних предприятиях, интернет-магазинах, как можно открывать новые рынки, о вопросе, как можно открывать можно рынки, как можно открыть аккаунт в социальной сети и найти крупный круг клиентов, большой круг клиентов, и при этом соблюдая те правила, которые
придает всем этим действиям безопасность и стабильность. Если мы будем фрагментированно действовать, тогда это будет иметь последствия для предприятий и будет ограничивать их доступ к рынкам. Если мы, у нас будет соответствующие правила, тогда можно будет обеспечить, что мы будем таким образом поддерживать предприятия, в том числе и в области обмена данных. Это должно произойти быстро, потому что интернет быстро развивается. Конечно, многие форумы стараются здесь уже что-то сделать. Это как ОСР и АРАК. Речь идет здесь о трансграничном потоке данных, и там есть уже соответствующие правила по онлайновой торговле. И мы, конечно, рады тому также процессу, который осуществляется в ВТО. И мы рады участию в 86 государствах в этой дискуссии. Кроме того, я рад тому, что есть координационный процесс Европейского Союза, который нам показывает, что ценностью является именно создание такой доверительной системы. Мы видим преграды, которые грозят такому сотрудничеству, являются угрозой для такого сотрудничества, например, национальные правила, которые могут ограничить потоки данных, но также нарушение частной сферы, личной сферы. Часто речь идет о национальных вопросах безопасности, из которых вытекают затем рестриктивные меры, которые мешают и ограничивают трансграничный поток данных. Часто речь идет также о вопросах локализации инфраструктуры или объектов инфраструктуры. Такие меры могут являться внедрением в частную сферу, в частный сектор, если определяется централизация. Часто данные не шифрируются в надлежащем виде. Это тоже может быть помехой доступа к рынку. Если нарушается личная и частная среда, и некоторые правила малые и средние предприятия не учитывают, потому что они не знают, как ими пользоваться, и поэтому мы их должны поддерживать в этом процессе. Мы знаем, что страны хотят быть суверенными по вопросу издания новых правил в этой сфере, но, несмотря на это, должны быть общие принципы, например, по потоку данных, по частной сфере и по безопасности на рынке. Потоки данных – это одна тема, а интернет-услуги – это другая. Им требуется целый ряд правил, если они хотят выйти на другие рынки. Им необходимы стандарты безопасности, чтобы они могли пользоваться безопасными системами, возможность устранения нелегального контента и упрощение таможенных процедур и таможенного оформления. Это очень важно для того, чтобы поддерживать торговлю, и мы очень рады, что ВТО и другие форумы, и другие организационные структуры обсуждают этот вопрос, и я очень рада дальнейшей дискуссии на этом подиуме. Большое спасибо. Спасибо, Рэйчел, за ваши комментарии. Вы, значит, сказали, что нельзя, чтобы были бы какие-то силы, то есть изолированы друг от друга группы. Вы говорили и о правовой безопасности, и надежности, и о ненадежности правовой безопасности маленьких предприятий. И также говорили о суверенитете, как может выглядеть этот суверенитет в таком переплетенном мире. Себастьян, вы говорили с точки зрения бизнеса, с точки зрения гражданского общества, с точки зрения архитектуры. И меня интересует, что возможно сделать, чтобы защищать в будущем свободный поток данных. Спасибо. Спасибо за приглашение. Мне кажется, самое главное здесь – это основные принципы интернета, чтобы они были бы защищенными. Сохраненными. Нельзя спасти интернет таким образом, что мы его разрушим. Мы должны поэтому найти путь, чтобы решать самые главные вопросы, о которых мы сейчас разговариваем. Однако, с другой стороны,
характеристика сама или характерна для интернета именно то, что из чего мы можно извлечь наибольшую пользу. И поэтому надо найти какое-то здесь равновесие. Это сложный вопрос. Джордж, некоторые вопросы очень сомнительными являются. Во-первых, как возможно равновесие найти между такой сетью, которая была создана без того, без учета национальных границ, политических каких-то потоков, и одновременно, как возможно обеспечить уважение национального законодательства? Ключевой вопрос, о котором здесь шла речь, и это связано с этим, это доверие. Доверие. Свободный поток данных – это центральный вопрос. Я думаю, что является чрезвычайно важным не упускать из виду, что интернет основывается на доверии, на сотрудничестве, и что возможно создавать вместе это доверие между собой. И, значит, если вы работаете в интернете, и должны всегда иметь это в виду. Не забывайте об этом. Мы все участвуем в этой дискуссии. Есть разные игроки, которые здесь играют определенную роль. Нельзя централизованным образом каким-то регулировать интернет. Есть самые разные стейкхолдеры, и они все должны быть частью этого решения. Мы убеждены в том, что сотрудничество является крайне необходимым для именно доверия в интернете. Это доверие потребителей, пользователей, тоже и надежная экосистема, и доверие в этой экосистеме и в инфраструктуру сетевую. И все это необходимо иметь в виду, если речь идет о том, чтобы защищать интернет, защищать это доверие. Две тенденции хочу здесь изложить. Во-первых, решение законного доступа и, значит, шифрованное содержание онлайн. Это очень важно, потому что нельзя иметь свободный поток данных, если мы не справимся с этими двумя вопросами. Доверие, как я сказала, стоит в центре. Это центральный вопрос. И мой, или же, если, значит, пытались бы шифровизацию интернета обходить, тогда таким образом это был бы риск разрушить, совсем разрушить интернет. И тем самым мы создаем больше проблем, чем решений. Поэтому вот это центральный вопрос для свободного потока данных и для функционирования экономики. И это и часть тех рекомендаций, которые мы публиковали в этом году. Спасибо. Спасибо, что вы именно упомянули о доверии, о вопросах шифровизации и о культуре, которая играет здесь роль в интернете. Это очень важно, когда говорим о будущем интернете. Спасибо всем, которые онлайн участвуют в этой дебате. Я хотела бы сейчас открыть дискуссию для публику.
публики, и, значит, вы можете либо здесь, в зале, подходить к микрофону, или же подготовить онлайн ваши вопросы. Билл, вы много писали об интернете, о разных тенденциях. Как вы сказали бы, каком направлении мы движемся? Доброе утро, хорошо быть здесь среди вас. Но есть разные возможные тенденции. Координация между разными частными лицами, между разными организациями. Но я хочу сейчас сосредоточить внимание на интернет-торговлю. И, может быть, что некоторые из этих вещей подходят хорошо к тому, что вы уже сказали, может быть, некоторые другое направление идет. Я последний здесь оратор и постараюсь быть немножко провокативным. Извините, я политученый, и мое поле – это исследование политических переговоров. И я могу только сказать, что надо иметь симметрическую структуру стимулирования. Если не все стороны имеют те же самые интересы, тогда самый креативный дизайн не сработает. Что касается онлайн-торговли, интернет-торговли, у нас очень многообразная ситуация, очень диверсифицированная, и поэтому только возможно, чтобы нам на международном уровне переговоры между ограниченным числом игроков, значит, вне ВТО, но все-таки которые именно соблюдали бы общие правила ВТО. И даже в рамках этих таких коалиций, так сказать, таких коалиционных групп, есть самые разные пропасти, разные разногласия, спорные вопросы, не только между Западом, Востоком, Севером и Югом, но везде. Наша инициатива совместного заявления привлекла все больше сторонников, однако я не знаю, чему доведет саммит 2020 года. Половина, наверное, совсем не, но будет присутствовать и большая часть пороговых государств. И Китай, Индия, например, крупные такие государства совсем против такого согласия. Они говорят, говорится о том, что данная это новая нефть или такие понятия, как локализация данных, но это несовместимо с нашей политикой, и поэтому не можем себе представить, как добавиться этих целей. Ну, национальная безопасность, применяемость торговых правил, которые у нас есть, вопросы защиты личной сферы, приватной сферы. Вот это приводит, по-моему, к тому, что у нас будет такое соглашение плюс, в котором будут участвовать многие государства, наверное, большего мы не добавимся. А до третьих, эти процессы не будут достаточными для того, чтобы создавать мост. Может быть, я не согласен с вами здесь. Есть несовместимые позиции здесь. И поэтому зачастую бывает, что разные участники переговоров, они просто идут дома и ничего не случается, или рухнутся даже переговоры. И все-таки правительства дальше идут этим путем. Это не транспарентные, не прозрачные процессы. И на самом деле никто не возьмет на себя настоящие политические обязательства, и поэтому необходимо создавать такую среду поддержки, которая нужна была бы. Наверное, такая ситуация остается на неопределенное время, хотя некоторые страны хотят сделать свои процессы более прозрачными. А в-четвертых, это для меня особенно важным, кажется, что разные формы для мультистейкхолдерового диалога является важным, чтобы добавиться
успешного прогресса в рамках ВТО. Это сотрудничество в рамках группы 20 нужно, это с институционной точки зрения недоразвитый процесс, не получает достаточной поддержки со стороны правительств, участвующих в этой группе. Нужно больше сотрудничества между разными нациями, их законодательными структурами. И, конечно, в рамках группы 20 надо применять больше этот многосторонний подход. И в самых разных форумах, например, Всемирный экономический форум и в рамках других форумов, это было бы шанс, чтобы обмениваться мнениями по разным вопросам, например, по управлению интернетом и по вопросам, как местная, то есть локализация данных, и по другим темам. Как вообще определить, где было бы соразмерно ограничивать поток данных, а где нет? Мы должны здесь согласовать наши позиции. Это не возможно только в рамках торговых переговоров, а надо межотраслевой подход, многосторонний подход иметь, как 20 лет тому назад у нас было, когда весь этот процесс начался в сфере коммерческих услуг и торговли. Было сообщество очень широкое, и это было очень интересно, но очень много сейчас есть таких предел, таких пропастей между людьми, это проблема. Но надо и общественность включать больше в эти процессы. Такие организации, как IGF, тогда будут играть более важную роль. Я думаю, что нам нужно больше информации, больше координации между всеми игроками, тогда мы получим конвергенции вне этих переговорных процессов. Спасибо. Спасибо за этот призыв к когерентности и к координации. Мне очень понравилась вот эта призма. Какие стимулы на самом деле есть для сотрудничества, для координации? Дамы и господа, здесь у нас в этом зале и все, которые онлайн сидят за нами, дискуссия открыта. Пожалуйста, представитесь коротко. Спасибо. Бертран Пети. Представляем Think Tank в Париже. И в сфере кибербезопасности у нас очень интересная дебата и в сфере ИКТ. Интересная дебата получается. Мы говорили об урегулировании, об интернет-торговле. Есть два вопроса. Данные, во-первых, то есть собственность, право на собственность данных и программное обеспечение. Как возможно программное обеспечение разработать таким образом, чтобы было бы безопасным? Вот как вы видите? Но есть в сфере интернета вещей, автоматизированные автомобили, значит, беспилотные. Там развитие идет довольно быстро, но надо принимать решения, чтобы безопасность учитывать, и надо вот метод открытых источников, open source методологию применять. Как вы считаете, на самом деле это единственное программное обеспечение, которое можно использовать, оно транспарентным является, эффективным является, чтобы инновации продвигать в цифровой сфере? Спасибо за этот вопрос. Может быть, мы сначала просто соберем несколько вопросов. Меня зовут Фернандо, я из Бразилии. Я научным исследователем являюсь по управлению интернетом. Вот следующий вопрос у меня есть. Значит, вопрос о ОСР плюс, о такой договоренности ОСР
плюс. ОСР до сих пор был очень эксклюзивный клуб, в основном, конечно, только относящийся к экономике, к экономическому миру. Как обеспечить, чтобы был бы глобальный форум, чтобы Россия, Иран и Китай тоже, так сказать, были бы членами этого клуба, чтобы значит, это не привело бы к большей фрагментации? Или же это приведет к тому, что американская модель становится еще более доминирующей? Модель, которая уже существует. А вопрос о том, как вести переговоры с такими странами и государствами, которые авторитарными тоже пользуются инструментами. Спасибо. Спасибо за этот вопрос. У нас еще один вопрос онлайн здесь был подан. Значит, какие инициативы существуют, что касается международных технологических стандартов? Второй вопрос ко всем участникам здесь на подиуме, что касается регулирования защиты данных. Речь идет о разных предписание в сфере защиты данных, законодательстве в разных государствах. Что касается директив или регламента защиты данных, кто хочет взять слово, сказать что-то по этому вопросу? Когда я сказал ОСР плюс, я не хотел придумать новое какое-то понятие. Да, Лива, наверное, имел бы проблему с этим. Но вот ваш вопрос, представитель Бразилии. Я думаю, широко поставленная либо гармонизация, очень всеобъемлющий многосторонний подход. Наверное, это будет очень сложно этого добавиться. Есть большие разницы между Китаем, США, Евросоюзом и другие страны, Индия, ЮАР и другие государства, у них большие разницы, конечно. И в прошлом были такие переговоры торговые, пытались всех включить, все вопросы, все темы включить также в такие торговые переговоры. Эта модель стала очень сложной сегодня, потому что есть так много самых разных интересов среди игроков. И они еще больше удаленные сейчас друг от друга. Я в Женеве все время слышу, что речь идет о глобальном севере, глобальном юге, и как будто это 90-е годы прошлого столетия. Да, глобальный юг, да, гетерогенно, да, что работает для Бразилии, не функционирует для Непала и так далее. У всех есть другие преференции, другие интересы. Значит, то, чего реально можно ожидать, это чтобы игроки, которые на самом деле хотят что-то сделать, они должны создавать группы между собой и просто призывать других приключиться к этому, подключиться к этой работе, но это как бы постоянный такой процесс. Я не вижу, что сразу же получим какое-то там огромное согласие всего мира, все будут петь «Кумбая». Нет, я просто не считаю, что это случится. Я не могу многое сказать о open source, о откровенном источнике, но я хочу сказать наше мнение о ВТО и как можно собрать стран, у которых есть общие интересы. Да, Ли говорил о разрыве между Востоком и Западом, и ОСР такое исследование публиковало совсем недавно. Они посмотрели разные регионы, какие подходы имеются в разных государствах, касается потока данных. И если посмотреть на так называемые на Тихоокеанский, азиатский регион или США и другие страны, у них всех
самые разные подходы. Евросоюз имеет более как такой осторожный подход. Они хотят обеспечить, чтобы компания сначала контролировала бы свои системы, пока все пойдет дальше. А другие страны придерживаются, скорее всего, более либерального подхода. Но все хотят, чтобы поток данных защищенно осуществлял бы, и чтобы не было бы локализации данных. И я думаю, если этих всех объединить стран, тогда все-таки есть шанс. Потому что есть разные механизмы, конечно, осуществлять защищенный поток данных. Евросоюз, Япония, значит, соглашение заключили соответствующее, потому что их регламенты как-то аналогичными являются, они совместимыми являются, но это параллельно они такие переговоры проводили, но, может быть, на многостороннем уровне это невозможно. Ли также упомянул о дискуссии, чтобы поиска общих принципов, но это не сработает для ЕС. ЕС не хочет какие-то принципиальные основные торговые соглашения заключать. Если хотите получить, с одной стороны, значит, такое соглашение, чтобы барьеры снимать, а с другой стороны, обязать страны, чтобы они обязали бы, в свою очередь, компании защищенным образом передавать данные, тогда этот поток был бы защищенный, этот поток данных под защитой являлись бы эти данные той страны, откуда они, значит, первоначально передаются, и с другой стороны обеспечили бы справедливую конкуренцию между этими странами, и тогда больше не было бы нужно договориться о стандартах на более низком уровне. А нужен нам тоже и диалог между соответствующими ведомствами по защите данных, чтобы эти регламенты стали бы, гармонизовались бы в будущем. И надо этот диалог поддержать. Как раз есть дефицит в этой сфере. Да, это тема, которая актуально является, да, надо между разными сторонами на политическом уровне развивать диалог, чтобы эти все переплетенные глобальные темы обсуждать. Может быть, кто-то хотел бы отреагировать на это, ответить на этот вопрос. Рэйчел сначала, может быть, потом Ли. Еще пару слов по вопросу участия авторитарных правительств и как можно заключать соглашения с такими странами. Китай за столом представлен в рамках этих дебатов по ВТО, и это говорит о том, что независимо от того, что на уровне ВТО нам удастся сделать или согласовать, все-таки бывают исключения. Также, что касается свободного потока данных, это исключение, кстати, очень большое, и зачастую тогда такие договоренности не являются такими целесообразными. Это может привести к конфликту со соответствующими ведомствами на национальном уровне. Надо обеспечить, чтобы такие исключения на уровне ВТО не тормозили бы весь этот процесс согласования. И, да, мы должны все-таки, опять же, признать, что ВТО очень как бы на широкой основе создана, но эта организация. Но Биллс правильно сказал, если хотели бы что-то, чего-то добавиться в рамках ВТО,
то, может быть, мы сначала так это сделаем, чтобы страны, которые пока не готовы к этому присоединиться, чтобы они смогли попозже к этому присоединиться. Россия и Китай, они сидят за этим столом, но это приведет к следующему вопросу. Япония, США, у них очень высокие требования, очень большие требования к этим вопросам. Если они скажут, что, или вы скажете, что страны не смогут участвовать, у которых требования ниже, то это привело бы к тому, что были бы неуспешными эти переговоры. Я думаю, в общем-то, это бессмысленно будет вести такие переговоры, если такие крупные, с экономической точки зрения, государства не смогут принять участие. Еще одно. Значит, не пошлиновые препятствия торговли. Я работаю в этой сфере. Значит, таких торговых препятствий непошлиных. И мы, многие из нас следили внимательно за этим переговором по интернет-торговле и видели, как трудно бывает учитывать самые разные правовые регламенты разных стран в этой сфере, но увидели, что все-таки такое сотрудничество возможно. Но зачастую надо всех за один стол пригласить. Мы разные представители разных министерств и ведомств привлекли к этому процессу, и они разговаривали в рамках ВТО об этом. И даже и представители центрбанков этих предприятий, этих стран, извините, они также об этом вообще не разговаривают, об интернет-торговле. Значит, можно было бы привлекать больше институции, организации, особенно если речь идет о нетарифных барьерах в рамках интернет-торговли. Да, это межотраслевой процесс в любом случае должен быть. Есть еще вопросы или комментарии? Жан-Клод Констин. Я представляю технологическую компанию из Силиконовой долины. Я из Франции, иначе происхождение мы говорили о распространении клеветы, распространении ложной информации, ненависти, то есть риторики такой в интернете. Мы только что находимся в самом начале борьбы с такими явлениями. У нас есть концепция так называемых deepfakes, значит, deepfix, извините, такая есть программа, которая нападает на организации разные, на правительства. Если эти deepfakes, то есть такие глубокие, как бы ложные данные, информации, эти такие видео и так далее распространяются, прежде чем мы их можем снимать с интернета, значит, сюда ликвидировать, тогда есть большая проблема, что это все распространяется по соцсетям. Да, это вопрос был, сначала о интернет-торговле здесь, а сейчас речь идет о deepfakes. Сах, и вот это показывает, что это все взаимосвязано друг с другом. Но как вы об этом думаете? Об этом вопросе? There's a lot of progress being made. Я считаю, что люди, которые работают над искусственным интеллектом, очень много делают прогресса, и DeepFakes тоже. Ну, конечно, случаются и другие вещи. То есть, с одной стороны, людям удается как-то распознать проблемы и разницы. Потом приходят те, которые работают над программой DeepFix, и они усложняют историю. То есть это
То есть, наверное, недостаточно надеяться просто на технологию. Наверное, нам нужна сеть, в которой люди учатся, в которой люди узнают о плохой, неправильной информации, о том, как все это, какие ошибки существуют. И только посмотрите, как быстро сплетни распространялись по радио и как это приводило к насилию. Теперь подумайте о программе Deepfake. И тут кто-то не просто рассказывает, а действительно вам показывают картинки, показывают, что кто-то напал на город, когда на самом деле этого не произошло. Есть очень много уязвимых таких мест, где цифровые пожары могут распространиться и действительно привести к пагубным последствиям. Нам нужно не просто решение, нам нужен механизм, где информация обменивается и где существуют правила, как на это реагировать. На данный момент никто не знает, как это сделать. Может, вы знаете? Нет, я знаю, мы говорим об интернете еще не на том уровне. Что важно, и вы это сами только что сказали, fake news, то есть ложная информация, это не такая проблема. Я думаю, что, может быть, на тот город действительно напали. Но доверие, вот доверие играет действительно большую роль. Мы ведь должны как-то договариваться, должны как-то идти дальше. И такие фабрикации, вымыслы, которые распространяются, конечно, на это все влияет. Я еще хочу задать один вопрос. Если вы больше не хотите ничего сказать, я хотела бы вернуться к двум изначальным высказываниям о президентстве Большой Двадцатки и Большой Семерки. И это высказывание Большой Семерки, речь там шла о взаимосвязанности. А в презентации Семерки вы концентрировались на ценностях диалога, на ценностях переговоров. То есть вырабатывается такой консенсус, что нам нужны интегрированные глобальные решения. Вопрос только состоит в том, как же их заполучить. Если у вас есть какая-то рекомендация или какой-то совет, или, может быть, просто мнение о том, как мы можем эту взаимосвязанность между разными системами в мире усилить, может быть, как-то их сопоставить, связать. Можно ли это достаточно быстро реализовать? И если да, то как? Может, вы можете нам дать какой-то совет, как мы должны себя вести? Сначала представитель из Японии. Слово. Большое спасибо за ваш вопрос. Лично я считаю, что свобода в сети не формулируется и не узнается, и мы не говорим о политических целях. Мы не хотели бы эти две вещи каким-то образом ставить, видеть в дихотомии или как-то друг против друга разыгрывать. Я думаю, что они должны идти параллельно, бок о бок, и как-то друг друга усиливать и дополнять. И я думаю, что вот такие переговоры между ЕС и Японией очень хороший тому пример. Может быть, нам удастся как-то сопоставить эти системы. Я считаю, что нам надо всем спросить стейкхолдеров, какое направление они хотели бы идти. То есть, если мы думаем о принципах, о правилах или же о каких-либо
абстрактных предписаниях или требованиях, то правительства очень часто не понимают действительность технологий или действительность, в которых оперируют наши пользователи. Нам надо ясно понять, что же должно функционировать в действительности, и мы это должны им объяснить и помочь им в направлении их политики. И помимо этого, конечно, мы должны вести переговоры с разными правительствами и разными стейкхолдерами. Мой ответ очень прост, в принципе. Мы должны дальше разговаривать в многостороннем формате. Спасибо большое. Я предложила бы передать микрофон. Большое спасибо, По. Это очень сложный вопрос. Очень непросто. Конечно, нам надо продолжить диалог. Но те проблемы, с которыми мы столкнулись, и насколько срочно их надо теперь решить, требуют все-таки нам немного большего, чем диалог. Мы пытаемся подтолкнуть людей встречаться в каких-то организациях, может быть, в рамке гражданского общества. Каждый год мы просим их встретиться, не просто поговорить, а еще и разработать дорожную карту, которую нам требуется для реализации наших принципов. Я согласна с господином Моиши, что действительно, это так. Правительства в основном действительно не понимают, о чем идем речь. И для нас это, конечно, одна из самых главных проблем. Быть может, мы, представители гражданского общества, это сейчас не очень дипломатично, что я скажу, но я все равно это скажу. Гражданское общество, наверное, надо поставить выше, чем правительство при разработке этих дорожных карт. Если правительствам не ясно, что они беспомощны, они вообще не должны сидеть за столом, они хотя бы должны слушать, они должны слушать экспертов, они должны слушать гражданское общество, и мы вместе пытаемся создать, я не хочу сказать идеальную дорожную карту, но хотя бы такую, которая заботится обо всех. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Это же разные совершенно вопросы, но мы видим это из дискуссии здесь, и с вашей стороны тоже. Все эти разные темы в какой-то мере связаны. Даже когда мы говорим о доверии, сразу мы говорим о праве, сразу мы говорим о торговле, о доступе к информации, о защите прав основных. И если теперь мы только посмотрим на аспект торговли, то было бы очень неплохо, если бы мы взяли и сблизили бы то общество, которое занимается защитой данных, и то, которое занимается вопросами торговли. Всем же надо понять, почему данные должны течь, должны двигаться. Ну, к счастью, благодаря этой директиве по защите данных у нас есть те инструменты, которые нам требуются. То есть это не должно быть обязательно границей, не должно нам мешать. Если вы это ко всем примените без дискриминации, то это тоже может функционировать. Вместо того, чем думать над центральными принципами и пытаться применить их в рамках национального права каждого государства, надо просто обеспечить, чтобы у каждой страны была возможность защищать свои данные и также переносить даты в защищенном виде.
И тогда не придется больше говорить, ради защищения, защиты данных мы должны работать только в нашей стране, только локально. Спасибо. Как вы видите будущее наших данных? Я, честно говоря, я не вижу только единственный один такой инструмент, которому удастся решить все проблемы, которые на данный момент у нас существуют с этой интероперабельностью и взаимосвязанностью. Нам нужен между регионами диалог, нам нужен постоянные нужны нам консультации между регионами на всех уровнях. К этому должны быть подключены самые разные стейкхолдеры из частного сектора, общественного сектора, из науки, из бизнеса и так далее. И я ожидаю такого диалога. Это не только гармонизация разных систем и режимов, если вы хотите, но и также уменьшение неизвестностей и улучшение состояния нашего с доверием. Спасибо, Ли. Я считаю, что вопрос из Силиконовой долины очень интересный. Я считаю, что если мы будем что-то регулировать, мы, конечно, говорим о целой группе общества, параллельных процессах. И вопрос состоит в том, как же сделать так, чтобы эти параллельные процессы как-то друг друга информировали, с тем, чтобы у них была какая-то связь между с гражданским обществом, с теми, которые борются против киберпреступности и так далее. Помимо этого, я еще думаю, что если уже разрабатывать правила, то какими выглядят такие правила на нашем пути? Я считаю, это на очень высоком уровне, у них очень принципиальная манера рассматривать нашу работу. Но если посмотреть ВТИ, то у них другая модель. Если вы знакомы с МЭС, то они проводят глобальные симпозии регуляторов. И там, это меня очень удивило, люди действительно делятся информацией, не просто так на форумах, они действительно говорят о том, как вот это правило для вас сработало, как у вас обстоят дела с этим и этим проектом. И потом интернет и правовые системы. Есть ли возможность, чтобы регуляторы как-то подключались друг к другу, информировали друг друга в области интернета? Можно ли создать многосекторальную систему, где также можно вовлечь гражданское общество или такие организации, на которые вы работаете? Вот это, я думаю, нам действительно помогло бы. Слишком ли это амбициозно? Я не знаю. Подождем, увидим. Лиза, я думаю, мы можем позволить себе немножко перейти через наше дозволенное время, потому что мы тоже позже начали наше заседание. Я согласна с тем, что нам нужны конкретные шаги, с тем, чтобы разные стейкхолдеры могли бы просто проследить, как мы действуем, могли бы встречаться, могли бы как-то информировать общественность, участвовать в наших заседаниях, думать о том, какие у нас цели, как выглядит действительность, в которой они работают. Очень трудно иногда, конечно, понять или даже просто представить себе контекст, в котором мы могли бы каждую деталь обговорить. И, в принципе, речь идет даже не об этом. Цель наша — создать какие-то совместные рамки и создать принципы, которые годятся и применяются не только для правительства, а вообще для разных игроков.
и для разных сторон. Спасибо. Я очень кратко выступлю, потому что время убегает. Мы считаем, что, конечно, это было бы очень интересно в этих дискуссиях поучаствовать. И даже если количество правил увеличится, все равно я считаю, что в будущем надо будет точно рассмотреть, что же себе придумает ВТО на глобальном уровне. Существуют и другие форматы заседаний, в ОЭСР, например, или же в нашем таком формате форума, где можно будет провести анализу этих ситуаций и где мы можем попытаться найти решение на этот вопрос взаимодействия. И я думаю, что для этого тоже нам нужна взаимная отчетность, и придется нам разбираться с механизмами в других странах, которые тоже очень непростые. Я считаю, что все, что сейчас происходит, происходит только благодаря существованию интернета. И там есть вещи, которые всегда надо будет учесть. Я думаю, что на этом вы все согласны. Надо, чтобы интернет работал во имя добра. Теперь давайте не будем забывать, что вещи, о которых мы здесь разговариваем, это именно и есть интернет. И мы должны построить эту вещь, которая должна улучшать нашу жизнь каждый день. Ну, во-первых, я согласен с коллегой, которая хочет создать совместную организацию, которая будет работать над правилами. Мы все такие немножко помешанные на управлении. Мы все хотим подумать, мы все желаем думать, что мы каким-то образом, путем координации, можем что-то создать. Но совершенно неважно, сидим ли мы за круглым столом, за квадратным, прямоугольным столом, стоят ли люди на этом столе. Если речь идет о том, в наших странах найти обобщение того, что очень разное. То есть нам нужно глобальное общество с экспертами, с лучшими знаниями, которые будут продвигать концепты и идеи. Если вы послушаете людей, которые сидят в Вашингтоне, что они говорят, у них у всех одна красная линия, всех промышленности. То же самое происходит в Брюсселе, и потом вы едете в Новый Дели, и там совершенно что-то новое, совершенно другая информация. Они говорят о данных как о новой нефти, мы хотим нефти и так далее, и так далее. То есть если мы хотим информацию, то мы должны, конечно, и делиться этой информацией. Нам нужен диалог, который более обширный, более широкий, который многосторонний, который действительно занимается этими вопросами и показывает нам, почему люди чувствуют и воспринимают вещи так, как они их воспринимают, и попытаться построить какой-либо консенсус. А теперь говорить о круглых столах, каких-то прямоугольных столах, столах на трех уровнях, это все неважно. Итак, во-первых, эти темы действительно сложны. Все взаимосвязано, все очень переплетено, и все очень сложно, и все играет важную роль для будущего в наших экономиках. И я хотела бы упомянуть слово волшебное, которое вы упомянули. Эти вещи просто так волшебством не исчезнуть. Вы говорили о большой двадцатке, большой семерке, о стейкхолдерах на разных уровнях. И модель этих мультистейкхолдеров, то есть многосторонние, что они помогут друг друга понять разные перспективы, различные точки зрения, и что нам нужна координация будущих наших действий. Дамы и господа, давайте поаплодируем нашим участникам. Большое спасибо вам.
И я надеюсь, что мы будем продолжать разговаривать и думать над этой темой. Большое спасибо. We have another meeting, all yeah. That.